Привет, друзья! Привет! Лисичка и Боря, школа танцев Лесоборья, и сегодня мы разберем с вами такое движение, как шуга-пуш. Выглядит оно так. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Партнер ведет партнершу за собой на счет раз. У нас первый шаг с левой ноги. Встречает партнершу на два, делая небольшой шаг, перенаправляет ее на три, четыре и ждет на месте пять и шесть. Я жду ведения на счет раз, на два продолжаю двигаться, упираюсь в партнера, три и четыре, и на пять и шесть ухожу, пока есть возможность. Тонкости взаимодействия. Партнеры, мы должны забрать партнершу с собой своим корпусом, раз. Встретить ее обязательно, два. И дальше чуть-чуть пружиня руками, три и четыре, перенаправить ее в обратную сторону. Я как партнерша, двигаясь вперед, упираюсь в партнера, не сгибая ручки, жду перенаправления и, уходя назад, стараюсь держать плечо на месте. Все движение целиком. Раз, два, три и четыре, пять и шесть. И с другой стороны. Степ, степ, трипл степ, трипл степ. Спасибо за внимание. Приходите в Лесоборье.